Как только дети появляются, у них уже готово для них шоколад. Кто их тасущий? А там ножка, смотреть не на что. Главное, шестигранник какой формы. О, шестигранник вообще это самая прочная форма. Либо нашего хотите попробовать? В русской пищи. Я у нее из чашки утащил ножки. Она не заметила даже. Иди, рыжая, давай. Давай. Вот так. Вот так, Миша. Почему именно не больше, не знаю. Звонят, спрашивают там про лагерь. Я говорю, уже опоздали. Люди хотят правильно детей воспитать. Главное было не Библия, не Евангелие. Мы этого слова даже не знали. Главное было подражание родителям. Не то, что мы думали, слово подражание мы не знали. А просто мы живем, и надо утром рано вставать, коров выгонять. Вот, надо, чтобы не поспать, работать. Кормить, чтобы все было. Ну, то есть обыкновенные, можно сказать, советские граждане. Ну, никогда у нас не было, чтобы отец пришел и ворчал там про власть или мать, это мы даже не слышали никогда. Как будто никакой власти нет, просто живем. Как мою двоюродную сестру Агафью, ну, ее сын, главный агроном Кочина, Алексей Сиськов, ее спрашивают, ну, несколько, это 6 сыновей, 6, ну, вызвали там где собрание родительское. Как вы детей воспитывали? Она говорит, так вот кто их воспитывал? Росли. Слово воспитывали мы тоже никогда не слышали.
А что воспитывали? А если не сделал, не сделал, а что отец скажет? Какой-то страх был, не знаю. Как по своим таборам жили, мы до магазина. А магазин, там, где батюшка живет, поближе на один дом, где диакон. Это наша территория, а там были другие люди. Та же самая деревня, но так и лишний знали. Не знали ничего, хорошо, знали, что есть ад. Есть рай. Нельзя вступать в пионеры комсомолов. Ну и остальное вообще нельзя, так. Мать тебе сказывала. А я шел, только хотел спросить про Аганию у вас. А какой родней доводится? А вы тут рассказываете как раз и... Она Агафья Степановна была. А Степан и Тихон родные братья. Агафья. Получается, это жена двоюродного брата вашего? Нет, она сама двоюродная сестра. А, сама, все понял. Сама, у нас кровное родство. Она Лавшина была. А потом Сискова стала. Ее маленькие уронили с печки или что-то. У нее поврежденная нога была. И она ходила вот так вот. Ну, как бы, как карета. А посватался мужчина, который... Одни штаны были на троих, наверное. Один покатается, переоденет штаны. Таких еще не было. То есть беднее их никого не было. Вот догадайся как. Вот она калека, да за такого пошла еще. А жизнь была такая, что... Все завидовали, он позиционом работал, любое дело, любое гайки. И все специальности, какие были, он все их освоил. Представь, 6 сыновей, все учатся в университете. И никогда никто не думал, что будет так. У меня как-то собаку я завел первый, щенок был. А он тут понравился, тут и решили украсть. А я вот здесь в комнате, где наш, где Павел живет, вот тут были, но во дворе, ну там где... Ну, во дворе, просто во дворе. Я построил маленькую такую, ну, вытянуться, чтобы было. И собака была со мной, а я всегда с ружьем, без ружья нигде не был. Ну, они, фильм окончился, тут кто-то смотрел, и пришли воровать собаку. А я хорошо слышал, да? А собака, наверное, трех. Я как вышел, выскочил, как дал один выстрел. Ну, не, без дроби были-то. А Аганя там спала на той стороне, она говорит, среди ночи, я поняла, говорит, перепонка лопнула. Она не поняла, что выстрел-то. А я слышу, как топот раздался, люди побежали. А я еще кверху, как дал один выстрел-то. Она поняла, вторая перепонка выпала. Она назад рассказывает. Она не знала, что это я стрелял. Так дело-то не шутейное. Так что собаку могли своровать, да, могли. Ну а что бы они делали? А я ее ущил. Агафья Степановна. Я учил женщин, как шишки снимать. Они не умеют. Наталья, посмотришь? Посмотри. Женщина как обычно делает? Она берет покрышку вот так вот. Вот так вот открывает. И все, что на покрышке есть, падает туда. А он же покрышку снял. Вот это прокинь. Таком виде. Нет, все 100%. Вот так берет и здесь открывает. Пыль вся, что накопилось, все падает туда. Тут, я не знаю, что тут объяснять-то. Ну вот так вот, я гляжу, Наталья сейчас оттуда несет ее прямо. А то говорят, не научить женщину, можем учить. Наталья уже прошла этот курс обихода. Ну, Марина знает. Надо настойчивым быть. Она, я говорил, она не слушает. Не слушает. Но один раз не слушает, два. Блин, вот так, все, все. Сразу закрыл, а халва открыта. Вот так. В любом деле. Вот я бью мух, чтобы не было. И все за мухобойки хватаются и идут помогать. О, подожди, не угоняй ее. Так, подожди-ка. Ну, вот она какая была когда-то, а сейчас никакая. Вот. Надо, когда куда она головой сидит, надо смотреть, она вот наперед бить. Когда она взлетит, и надо делать, чтобы она широкая была. У меня тут одна Марина взяла, она все купила кулечком и заклеила лентой. Она бьет, а у меня вот такая вот получается, бьюша одна. А у меня здесь такая широкая. Да. Катюша.
Она говорит, ей удобно, я говорю, попадать неудобно, ложиться можно хоть сколько. Даже самое простое, и надо по-разному делать, по научению. Она спрашивает, сколько раз пол надо мыть. А все есть норма. Мы привыкли так жить, как попало. Муха. Ну еще, хлопцы. Муха. Вплотную подошли, а? Муха. Никита, муха. Хремуха. А, подожди. Гена, вот это. Вот, с этой стороны. Гена, подожди. На штанине. Да на вашей штанине. Вот, видишь, где? Глянь. Ту сдох, ту уже умертвили. Это уже другая. Ну, все? Да. Миссионер уездил. Батюшка, когда будем обед? Он говорит, батюшка, а лопать когда будем? Лопать. Благодарим тебя, Христе Боже наш, как посвятился на земле, твоей благ. И лиши нас небесного твоего царствия, да, как посреди учеников твоих пришел, если спаси мир, да я и приди к нам, и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воздай милостями всем заботящимся о нас, и благослови Геннадия за этот мед. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Как это? Дежурная. Положи маленько нашим там, Валерия и Соня. А мы их можем вообще отправить, если они кушают. Ну, мы сейчас их отправим. Сейчас мы положим. Это живёты вот эти? Да, да. А у нас есть? У них, говорит, есть. Есть, есть, нас есть. Угостили. Спаси Христос. А, ну ладно. А то хотел бы. Да, спаси Христос. Я вообще не сбился, думаю, то ли два раза заел, то ли один раз. Мне пояснили, говорят, пришли из церкви, поели, а потом после занятий. График-то не тот получается. 8 часов мы в церкви были. Пришел и растерялся. Дядя Игнатий, ну мы уезжаем. Все, давай с Богом. Хотели у вас взять, у меня самый дорогой подарок, я вот только близким, так сказать, знакомым дарю, к истинному православию, очень сейчас хорошая я книга. Дам, пакет дам. Я хочу 5 штук купить у вас. Нет, я тебе дам 6 штук бесплатно. Ну вот хочешь купить, не даете? Не даю. Так, теперь, какие тебе еще из библиотеки, из этой книги нужны для библиотеки? Какие тома? Не, ну тома ты я... Ты просила Новый Завет. Я просила. Сейчас пойдешь с нами вместе. Получишь. Трехтомник Слава у меня Богу. Есть. Трехтомник? Да, эти выборочно есть, но я вообще не нет. Сейчас, хочу позже купить полностью весь сборник. То есть все 38 томов? Да, у мамы, у меня когда надо, я к маме захожу, беру, мы через двор живем. Ага, то есть тебе сейчас не надо? Сейчас не надо, это на перспективу. В следующем году. Ну тогда что, мы пошли? Пойдемте. Пойдем. Хорошо, что ты зашел. В нужное время, в нужном месте. Так, там у меня как? Еще-то нет моего. Че, включай или что? Ну все тогда. Пойдем.